стороне, мы приводим руки в исходную позицию и стоим расслабленно, мягенько. Wenn man sich frisch verliebt hat, когда человек свежевлюбленный, только что влюбился, dann möchte man gar nicht aufhören zu lieben. То даже не хочется прекращать любить друг друга. Ich habe mich jetzt gerade wieder mal so richtig in die Erde verknallt. Сейчас Эмиль как раз-таки влюбился в землю. Und jetzt füge ich eine Übung ein, weil ich mich nicht davon losreißen will. И он сейчас добавит еще одно упражнение, потому что он не может прекратить Schau любить. Schau mal, und zwar kreisen wir so. Смотрите, вот такие круги. Und weil du ja gut gelernt hast, и поскольку ты очень хорошо уже выучилась, kannst du auch sofort einordnen, ты можешь сразу уже понять, woher куда это относится. Откуда это упражнение идет? Und zwar aus dem Hunyuan Qigong. А именно, это упражнение из Хуньюан Цигуна. So, und jetzt bauen wir eine Besonderheit ein. Вот, а сейчас мы встроим еще нечто особенное. Und zwar im Augenblick kreise ich ja noch permanent mit den Handflächen zur Erde. Сейчас, пока мы кружим руками, постоянно ладонями вниз, к земле. Das ändere ich jetzt, und zwar vor сейчас dem Bauch. Сейчас мы поменяем. Возле живота wende ich die Handflächen zum Körper. Руки будут показывать к телу. Und когда проходим живот, руки облучают тело. Kreise am Gürtel entlang. То есть вдоль пояса ладошки показывают к телу. Das bedeutet, это значит, gebe die Kraft, die die Hände von der Erde gesammelt haben, in den Daimai ab. Что ту энергию, которую мы собираем, кружа вдалеке от тела, мы передаем нашему животу, Даймай. Und seid unverzagt. Ich bin уверена, не расстроена, что entweder werdet ihr das augenblicklich spüren, либо ты чувствуешь это сразу уже, oder ihr werdet es in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, in ein paar Monaten und in ein paar Jahren spüren. Либо ты это будешь чувствовать через пару дней, через пару недель, через пару лет. Aber wer dabei bleibt, но будут чувствовать только те, которые продолжают этим заниматься. Wird es spüren, egal wann. Все равно когда, вы это почувствуете. Und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. И это так же естественно и уверенно, как аминь в церкви, в конце. Gut, dann halten wir mal an. Так, и давайте завершим это упражнение возле живота. Ja, immer Übung mit Gegenseite. Каждое упражнение мы обычно делаем потом в другую сторону. Stichwort Gegenseite, auf geht's. В противоположную сторону, поехали. Внимание следует нашим рукам. So, und dieses Programm kannst du dann eins für eins. И эту программу ты можешь потом преподавать. In sehr vielen Situationen einfach so übersetzt. Вот как она и есть, можешь в любой ситуации переводить эту программу на язык потребностей людей. Du bist unser Multiplikator. Ты, Юлечка, наш мультипликатор. Für England, für для Англии. The Isle of Man. Остров of Man. Und Irland gehört ja auch. Ирландии тоже сюда включаем. Ich bin heute ganz großzügig. Я сегодня великодушный. Передаю тебе все, всем, всех. Юлия, heißt die Dame. Юлия, эту женщину зовут Юлия. Und Julia, ich gebe dir eine ganz frohe Nachricht jetzt. Сейчас будет тебе очень приятное сообщение от Эмиля. Dieser Unterricht heute wird nicht gezählt. Этот час занятий сегодня не будет считаться, включаться. Soll ich dir sagen, warum? Знаешь, почему? Weil ich den auch filme mit meiner Filmkamera. Потому что Эмиль сейчас снимает все это тоже на камеру. Und der ganze Unterricht wird ins Internet gestellt. И потом он поставит это в интернет. Dieser Unterricht ist für heute geschenkt für dich. Так что подарок для тебя сегодня. А? Was sagst du jetzt? Ну как? Класс. Не бойся, тебя не будет видно. Он снимает только нас, и это будет вырезано наше. Good. Окей. Okay, опять подходим. So, wir haben einen kleinen Abstecher gemacht in intuitive Übung.
Так, в общем, мы сделали сейчас маленький, так сказать, прыжочек в сторону, в интуитивное движение. Ich gehe wieder in mein Programm zurück. Сейчас мы вернемся обратно в наш Jetzt программ. Jetzt kommt die Übung für Magen-Milz. Сейчас пойдут упражнения для селезенки желудка, но сначала мы сделаем маленькую паузу. И посмотри, что он делает. Мне нужно подойти на кухню и выключить суп. Почему здесь суп, мама? Yeah. А то сейчас пригорит у нас. When you change the position, you are relaxed in your arms, in your hands. But here, you give a little bit strength inside your hands and arms. So here you stretch, and here you relax. Do you need me? Yeah. Yes. Yes. Okay. It means English is very good. Yeah. Und achte auf meine Handgelenke. Вот и следи за его запястьями, видишь? Хорошо да. Так. Прогнутый очень хорошо под углом и расслабляйся потом, когда ты скажешь. Entspannung und Anspannung im gesunden Wechsel. Расслабление и напряжение. Ну, здоровым, в пределах здоровых. Gut, jetzt bringen wir die Arme auf eine Höhe. Да, хорошо. Приводим руки на одну высоту. Dann ziehen wir die Hände vor die Brust. Притягиваем руки перед грудью. Und warten die nächste Ausatmung ab und dann mit der nächsten Ausatmung senken. И на следующем выдохе опускаем позицию Вучи. И наслаждаемся состоянием. Nachspüren. Чувствуем. Schau mal, die Übung nenne ich die Qualle. Смотри, можно вот так слегка разводить локти, как будто медуза в воде. Wie bewegt die sich durchs Meer? Как двигается медуза в воде, в море? Aber die pumpt sich auf. Ну, она слегка так надувается. Und dann lässt sie Wasser aus ihrem Körper schießen. И потом вода струится из ее тела. Und bewegt sich so pumpend und ablassend. И как пумпа. Durchs Meer. Вот так вот. Через море, по морю она движется, в море. Und das ist die Bauchatmung. Ich atme ein beim Öffnen. Mhm. Und ich опять, atme aus beim Schließen. Здесь опять у нас дыхание животом. Открываемся, надуваемся. Und ich darf den Körper dabei auch dann mal drehen. И можно двигать тело при этом. Gut. Wecke das Qi. Следующее упражнение. Пробуждаем энергию Ци. Einatmen, heben. Вдох, поднимаем руки. Etwas zurückziehen. Немножко назад оттягиваем. Und ausatmen, выдох. Расслабляем руки. Они поднимаются сами по себе. На выдохе прожимаем слегка вниз энергию. Отпускаем руки опять. И опять пошел вдох, руки поднимаются сами. Локоточки подальше, Юля. Einatmend und heben, параллельно руки steigen поднимаются. Wieder. Локоточки тяни назад, руки перед грудью, вот так по бокам. Ausatmend und sinken, sinken wir. Опускаемся. На вдохе поднимаемся. На выдохе локоточки назад. Sinken ist gehen. Опускаться это инь. Steigen ist yang. Подниматься это янь. Wir betonen das yin, weil es die Wurzel des yang ist. И мы подчеркиваем инь, уделяем внимание инь, потому что это корень янь. Und wir betonen das yin dadurch,
dass wir uns vorstellen, локоточки оттягиваем, ручки возле груди, einen Ball unter Wasser zu drücken. Руки поднимаются сами по себе. И представляем, что мы мячики по бокам, под воду. А, Юленька, я встану боком сейчас. Смотри еще раз. Хорошо видно? Ага. Gut. So, jetzt lernen wir wieder etwas Neues. Так, стоим с мячиком, руки опущены, держим ладошки друг к другу, мяч между рук, плечи расслаблены. Сейчас будет нечто новое у нас. Die Wuchi-Haltung bietet uns verschiedene Variationen. Позиция Wuchi нам дает очень много вариантов. Jetzt halten wir einen Energieball vor dem Schoß. Сейчас мы держим энергетический мяч перед нашим низом живота. Dieser Energieball, den ich jetzt vom Schoß halte, wärmt und durchdringt meinen Schoß. И этот мяч, который мы держим сейчас внизу, прогревает и просвечивает все органы so, und jetzt таза. Schau, was wir machen. Смотри, что мы сейчас будем делать. Der Energieball ist vor mir. Мячик энергетический перед нами. Und ich nehme ihn von mal zu mal deutlicher wahr. И мы его сейчас ощущаем все более явно. Der wabert, der vibriert, der schwingt, der он вибрирует, пульсирует, светится. Die Hände kribbeln. Руки, возможно, щекочутся от наполнения энергией. Такое ощущение, что руки увеличились вдвое. So, das fühlt sich so toll an, dass ich jetzt beginne zu überlegen, wie komme ich in diesen Ball, den ich vor dem Schoß halte, hinein. И это так здорово ощущается, что невольно приходят мысли, а как мне передать эту энергию во все тело? Что мне нужно сделать для этого? Ich komme so in den Ball hinein. Schau, schau, schau. И смотри, вот так мы входим в этот мяч, просто опускаем медленно руки. Jetzt stehe ich im Energieball. И стоим в этом энергетическом мяче. So, und jetzt kommt noch die Qualle. Так, и сейчас опять будет наша медуза. Für die, die den Energieball noch nicht spüren, für die, die noch nicht spüren, dass sie jetzt im Energieball stehen. Для тех специально, кто еще не почувствовал энергию. Dafür ist die Qualle gut. Einatmen, öffnen, вдох, ausatmen, schließen. Выдох, закрываем. Нужно опускаться слегка в коленочки и подниматься. Die nächste Übung hat viel mit der Qualle zu tun. Так, следующее упражнение будет строиться на упражнение вот этой медузы. Konzentrisches Öffnen und Schließen vor dem Bauch. Концентрическое открывание и закрывание перед животом. Und wir halten die Hände so. Поддержим ручки вот так. Darauf achten, dass die Ellbogen weit genug außen sind. И при этом надо обратить внимание, чтобы локти были достаточно раскрыты по сторонам, не прижаты. Schultern sind tief und entspannt. Плечи расслаблены. Einatmend vergrößern. Вдыхая, раскрываемся. Und ausatmend verkleinern. Выдыхая, закрываемся. Einatmend steigen. На вдохе поднимаемся, раскрываемся. Und ausatmend sinken. Выдыхаясь, опускаемся. В ритме своего дыхания. Stell dir ein inneres Bild dabei vor. Представь себе такую внутреннюю картинку. Da ist ein ruhiger, spiegelglatter Teich. Пруд, его поверхность тихая, спокойная, как зеркало. Und in diesen Teich plumpst ein Kieselstein. И в этот пруд падает маленький камушек, галечка.
Kreisförmige Wellen breiten sich aus. И вокруг того места, куда упал камушек, раскрываются круглые волны. Und dann kommt Playback, Rücklauf. И потом обратно все утекает. Einatmen, rollen die Wellen raus. На вдохе волны расширяются. Und ausatmen ist Playback. На выдохе возвращаемся. Ich spüre die Hände energetisch. Мы ощущаем ладони энергетически. Ich spüre den Bauch energetisch. Я чувствую энергетически даже живот. Und ich spüre den Zwischenraum zwischen den Händen und dem Bauch energetisch. И я ощущаю энергетически пространство между руками, где внимание, и животом, где внимание. Und ich kann sogar bestätigen, и даже могу сейчас подтвердить. Ja, tatsächlich, alles ist eins. Действительно, это все едино. Gut. Wir bleiben vor dem Bauch. Хорошо. И возвращаясь к животу, мы